Всем привет-привет, с вами Лакайт. Продолжаем играть в Stardew Valley. У нас все еще весна. О, королева соуса. Полный завтрак. На прошлой неделе мы научились готовить хэш-браун. На этой неделе мы научимся совмещать хэш-браун с другими ингредиентами так, чтобы вышел полноценный здоровый завтрак. Я помню, кто любит полноценный здоровый завтрак. Полноценный здоровый завтрак любит Алекс. Давайте глянем. Вот он. Ого, яичница, блины, всё себе. Так, хэш-брауны нам, кстати, еще понадобятся. Нам бы сардин, и тогда мы сможем готовить вот как раз вот это вот прекрасное, чудесное морское блюдо, которое добавляет целых +3 к рыбной ловле. Как у нас там дела? Так, фермерство 10, все остальное. Рыбная ловля 9. Качаться надо, качаться! Мишка. Извещение. Это Пьер. Я очень-очень хочу сашими. Я щедро заплачу тому, кто принесет его мне. Ха, да запросто. Что у нас тут еще? Вызов Ки спуститься 25 этажа. Таинственный Ки положить 10 свекол. И морскую Абигейл. Морскую водоросль принести. У нас как раз есть морская водоросль. Так. Отправляем, сыр мы отправляем. Так, и что я еще думаю? Нам нужны деньги. Сейчас у нас есть 5000, сегодня у нас воскресенье. Интересно, работает ли Марни в воскресенье? Потому что нам прям очень много денег. Хочу свинью, хрюшечку. Так. О, все у нас вообще... Готово. Ага, только места не хватает, а так? И так все действительно готово. Ну что ж, что я думаю? Нам, во-первых, очень нужна мельница, во-вторых, я все-таки хочу построить сарай. Так, и давайте попробуем сделать пастернаковое вино. О, пастернаковый соус можно сделать. А еще вообще-то мы выращиваем в таком количестве, чтобы продавать. Потому что, напомню, есть достижения в Steam. Так. Смастерить каждый из предметов. Отправить на рынок. Отправить на рынок вот 300 единиц урожая от одной культуры. Я бы хотела отправить пастернак. Ну, просто 56 отгружено. Да. Просто такой самый дешевый, простой, незамысловатый. Конечно, советуют отправлять картошку, потому что ее, ну, действительно много выращивается. Но что-то я не знаю насчет картошки. Она просто дольше выращивается. Она 8 дней, пастернак 4. Так что давайте, наверное, весь пастернак мы будем продавать. Соль прекрасно. Ой, чувствую, тут надолго. Давайте-ка ускоряться. Я так смело тут размахиваю. Выращиваю какие-то растения, высаживаю точнее. Все забыла, что у нас вообще-то весна-то заканчивается, и это может быть опасно. То есть на что-то может и не дорасти. Так. Алитарина. Из нее, кстати, вроде как советуют делать суши, потому что это, ну, супер выгодно. Она очень дешевая, самая вроде как дешевая рыба. И из нее... Как раз самые выгодные, скажем так, суши получаются. Так, что у нас там? Ой, места нету. Да.
Самое обидное, что на самом деле места нет, но при этом все как бы такое важное лежит. Ладно, рыбина. Фасоль это. Ладно, фасоль. О, вот, придумали мы внезапно, очень быстро, куда деть лишнюю фасоль. Вот, вот и все. Вот здесь у нас упокоится фасоль. Ага, ну и прекрасно. Все, вот так. Подразгрузились. Быстренько еще надо зайти вот сюда вот глянуть. Ну чего-то тут у нас начало расти. Пускай растет. Всех поймали, всех погладили. Интересно, почему реально некоторые остаются здесь сидеть. О, кстати, он же увеличился, точно. Классно. Я даже не заметила, он прям огромный стал. Так. Да, осталось у нас молоко. Нужно реально тут какой-то сундук ставить, видимо, просто чтобы лишнее молоко скидывать. Опа! Что это у нас тут такое интересное? Яйцо пустоты. Так, нет. Из него можно делать майонез пустоты, а можно. Я не помню, так, черное, как смоль, яйцо с красными пятнышками. Оно теплое. Давайте-ка вырастим себе курочку пустоты. И она будет нам постоянно нести такие яйца. Между прочим, его можно купить за целых 5000 робуса. И тут лишнее яйцо и лишнее молоко у нас прямо полно всего. Игра у нас поспела прекрасненько. Кстати, я почитала, все-таки можно вылавливать рыбку прямо вот отсюда, прямо удочкой. Так что, если захотим, можем выловить 9 огурцов, ну 8 точнее. И он будет по новой размножаться. Это уже у нас совершенно не актуально. Вообще у нас на самом деле все эти ворота оказались неактуальными. Все равно бродят где хотят. Надо как-то подумать получше, наверное, на этот счет. Вот так вот. Обалдеть, ну уже 15 часов. Я бы еще хотела к Робин зайти и просто так... Нет, подождите. Ну, к Робин... Толку идти к Робин у нас ни камней, ни дерева, ни денег. Ничегошеньки нету так. И все, кроме одного. Да, вот так вот. Рыбы. Одну сейчас понесем банку с оленьями дарить нашему Харви, любимому ненаглядному. И Пьеру сашими, да? Все, принято. Давайте вот как раз вот так вот сашими понаделаем из витарины. Сперва сашими, потом вот как раз через низ пройдем через марни, посмотрим, сколько вообще стоит свинья. Сашими. 15. Так, у меня тут была какая-то другая рыба. Я ее не заметила или нет? Вроде нет. Подождите, у меня тут было дофига всякой рыбы.
По-моему. Но я не уверена. Ну ладно. Может, селедка какая-нибудь была. Значит, так тому и быть. Теперь у нас очень много сашими. Будем надеяться, что это не зря. Загружаем медовуху. Все, остальное продаем. Так, мед продаем. Что еще? Сашими большей частью продаем. Нет, одну верните. Шишку продаем, батончик этот продаем. Ух. Ну все. Не пошли мы все-таки через Марни. О, вот и, кстати, и ПМ. О, у нас не максимум, супер. Она вроде, не знаю. Даже не знаю, что теперь с ней делать. Наверное, все рецепты, которые мы могли из нее выжать, мы уже выжили. Вижу Харви, вижу Харви. Это мне, это же моя любимая, ты вот там мысли мои читаешь. Представь всю жизнь пациента полностью в своих руках, а тебе не удалось ее удержать. Это останется с тобой на всю жизнь. 10! Фу-ху! Ждем дождика, будем делать предложение. Так, Пьерчик даже вылез. Наконец-то, я уже трезвусь, не могу, хочу рыбы. Просто отличная, спасибо, улитка. Так, Абигейл, мы водоросли забыли. Какие у нас еще были планы? Я не помню, какие у нас были планы. Объявляю, такие планы. Нам нужны сардины. О, кстати. Улитка, это прекрасный подарок, спасибо тебе. Надеюсь, жизнь на ферме оправдывает твои ожидания. Да-да-да, я тоже надеюсь. Омар у нас, между прочим, есть омар. Тоже бы их разводить. Очень-очень нужно много рыбных прудов вот этих вот. Очень нужно много. Хорошим для каждого вида рыбки бы свой, чтобы не зависела она никак от погоды, времени года и прочего. О! Мелкая камбала, прикольно. По-моему, она для чего-то нужна. Так что мы ее тоже сохраним, а потом посадим в пруд. Вот. Только в камнях проблема. Хотя сейчас начнем ходить в пещеру Калика. И проблем в камнях, я думаю, не будет. У нас будет много-много. Сардина. Вот. Вот сардина сильно нужна. Она как раз нужна. Она и хэшбраун составляют морское блюдо. Нам очень сильно нужно это готовить, потому что плюс 3 к рыбалке. Ну, вы себе представляете, что это такое. Ваша снасть развалилась. Чего-то. Сейчас мы добавим. Ну-ка, сеть. Где там у нас? Все, есть контакт. Вот что ему дарить, интересно? Я совсем не помню. У нас с ним как-то совсем бедовые отношения. Хотелось бы чего-нибудь серьезного. Мне кажется, он и рецепты, наверное, знает клевые. Может, и удочки какие-нибудь будет дарить. Новый лист снасти откроет. Так, что такое? Мне не ловится. Бог льет. Сельдь. Все, сильно поздно. Мне кажется, что это зависит еще и от времени. Мне сельдь не нужна. У нас сельди на самом деле очень много. Я как раз сюда пришла за сардинами. Ну и все.
Кань, у нас есть ткань. И мы давно, на самом деле, мне давно была нужна ткань, потому что я хотела сшить ей какую-то блузку. Красивую, желательно. Ай, 20:30 нас уже, наверное, не пустят к Эмили. Ну-ка. Да, не пустят нас к Эмили, к сожалению. Просто вот эта вот красная блузка, почему-то она не перекрашивается. А я бы хотела перекрашивать, потому что не только драгоценные камни перекрашивают, на самом деле, цветы перекрашивают. Все вообще подряд перекрашивают свои цвета. Я бы хотела что-нибудь менять ей гардероб в зависимости от времени года, например. Почему бы и нет? А то мы уже меняем головные уборы. О! Да, очень щедро, очень щедро. Санфиш нам поймать. О, дядечка, он курить, наверное, пошел. В доме не разрешают, ну и правильно, нефиг в доме курить. Не, просто думает. Он, наверное, как Барни, ходит ровно в 5 часов подумать на 15 минут. Лечь тупик. Ай, забыли для Абигейл мы. К сожалению, не взяли. Давай к тебе, чувак, мы... Да, просто... Вот я вернулся и не знаю теперь, куда себя деть. Ох уж эти военные. Да, с Абигейл у нас, по-моему, вообще плохие отношения, при том, что мы реально знаем, что ей дарить, просто вот каждый раз про нее забываем. Хотя она действительно классная. Ну вот она из-за того, что такая... Жизнью необделенная, мы почему-то не пытаемся с ней дружить. Только со всякими вредными старикашками дружим. И грубиянами. Вчера, что санфиш вечером не ловится. Да, только морот и окунь. К сожалению. Ладно. Ну что, вооружимся тогда, наверное, топором. Знаете, нет, уже, во-первых, поздно. Ну, это не сильно страшно, могли бы что-нибудь порубить, но я подумала, давайте-ка мы, наверное, сегодня. Сейчас пойдем соберем все, что у нас там навыпадало новенького. Майонез у нас должен быть готов. Вот мы новый поставим делать, а этот продадим, чтобы завтра у нас прям было много-много денег. Чтобы мы могли идти уже к Марне вот, с кучей денег. И сразу точно железно покупать свинью и овцу, и что угодно. Кроликов бы я еще купила побольше. Так, все. Вообще нам, конечно, супер сильно нужны камни. Очень сильно нужны камни. У нас их было много зимой, потому что единственное, что мы могли добывать. А сейчас стало поменьше. Очень, очень прям поменьше. Дерево у нас вроде есть, а вот камни мы все потратили. И для этого, чтобы их было хоть сколько-нибудь, нам, по идее, нужно идти и добывать их. Так, это мы не продаем, это мы не продаем. Их мы посадим. Они нужны будут для изготовления рецептов. Так, ага. Спатенький, да, собирается. Так, и вот так. Все. На этом мы серию будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И мы с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока. Завтра ясно солнечно, жалко. Нужен дождь. Все. Всем пока-пока.